إن الحمد لله نحمده نستعينه نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله درجي مسلمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مبرد الجائم سيري وروكيز كنيجي جامع السيحين У нас сегодня 93-й урок. Глава «Ман ма та ал куфри фаго финнару». Кто умрет куфре неверие, он аду. Кто умрет неверие, он никогда не попадет в рай. Какие бы хорошие он деяния не делал, какие благие дела не делал, если он не верит Аллаху Субхану Ва Та'аля, он аду. Мы в прошлых уроках рассказали, тот человек, который этим не делает благие дела, но не является мусульманином, Аллах Субхану Та'Аля это вознаграждение ему даст в этом дуне. Может быть, это ему здоровье, может быть, другие блага в этом дуне даст. А в ахирате он ничего не найдет, потому что он не верил в Аллаха Субхану Ва Придает имам муслим, рахмахуллах, от Анаса Малик, ради Аллаху Анху. Анасам Малик,

где его отец, в раю или в аду. Потому что он умер в ширке, потому что он умер в куфре, он сказал, он аду. Когда он отвернулся и хотел уйти, он его вернул и говорит, мой и твой отец аду. Это указывает, какой великий нрав был пророк, саллиллаху Он увидел, что ему это не понравилось, что его успокоит. Не так сильно не Мой тоже отец так же, не только твой, Пророк وسلم, сказал, мой и твой отец Аду, сказал пророк. И здесь указывает, я тоже в таком же положении, как ты. Мы, отец, мы ничего не сможем здесь сделать. Это решение Аллаха Субханаху Хуа Тот, кто умрет в ширке, в пуфре, он является Аду. Имам Мугнави говорит, Аллах в своем книге «Чарсаха и Муслим» Объясняй этот хадис, Этот хадис передал имам Муслим, достоверным иснадам, и этот хадис объясняет имам Навуи, говорит, Рахимуллах. этот хадис указывает, тот, кто умер в фатра, тот, тот момент имеется в виду, фатра промежуток между пророками, после Иса, после Иса, и до нашего пророка, сал салаллаху был 600 лет, промежуток без пророка, тот, кто умер в э, этом промежутке и поклонялся том поклонению, которое поклонялись арабы, идолам, он является из обитателей ада. Это не считается, что его наказывают за то, что м -м, хотя до него этот послание не дошел. Имам Нави знает, на что отвечает, потому что Аллах Хуран же говорит, мы не наказываем людей, пока к ним откровение не дойдет, пока к ним Рисала не дойдет от пророка от Аллаха Субханаху А почему их наказывают тогда? Здесь отвечает имам Нау говорит, до них, говорит, до арабов дошло послание Ибрахима, алейхиссалам, и других пророков Аллаха Субханаху Ватааля. И слова пророка, саллиллаху алейхи то, что сказал, это слова имама Навави, мой отец и твой отец Аду, это говорит хорошим да, у пророка, асаллам, чтобы ему облегчить, облегчить, сказал, я тоже вместе с тобой, у меня тоже такое же положение. Мой отец тоже является в аду, сказал пророк, саллиллаху алейхи вассалам. И здесь указывает имам на еще другие слова. Тот, кто умрет в куфре, он является в аду, и ему не помогает родственные связи, ккеыони высокие не были здесь он указывает что хо он отец был его близким человеком если он умрет куфре это ему не поможет в этом хадис еще имам нави объясняе указывает алулфатра то время которые были люди для них нету оправдание зато что к ним дошло откровение от аллаа субаноу тааля

فاماتي про صلى الله عليه وسلم هذا صحيح مسلم ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم Посланник الله قال يا طهرسيل اطلب فلم يَأْذَنْ لي الله لم ان ازور قبرها فاذن لي Я попросил разрешения, чтобы я посетил могилу своей матери. Аллах мне разрешение дал. Дозволил Аллах Субхану И другой хадис есть Ибн когда он посетил могилу своей матери, там сам заплакал, и заплакали вокруг него, которые были его сподвижники. И там он сказал, я просил разрешения своего Господа просить прощения для своей матери, Аллах мне не разрешил. Алдуэйял, имам, он говорит, просить разрешения у Аллаха субханхуталя посещать могилу ее матери, и, раз... и Аллах ему это разрешил, на что указывает? Это указывает, что этот Хадис далил, доказательство, что можно посещать могилу мушликов. Здесь указывает, что хотя явля... мушлики будут твои родители, будучи при жизни то, чтобы с ним хорошие отношения делал. Если это родственная связь сохранял Пророк сал алейкум, с Своим родителям после смерти и просил Аллаха посвящать ал, посещать могилу родителей, будучи живым, это еще более важнее. Значит, это Хадис, который он сказал, мой отец и твой отец в аду, и Хадис, что Аллах ему запретил просить прощения для его матери, многие люди, относятся к этому чувствительно. Они говорят, он же мать нашего пророка, он же отец нашего пророка. Наша религия не берется от эмоций, от чувств. Наша религия берется, что Аллах сказал, посланник сказал. Если посланник говорит, мой отец, в аду, потом прямо хадисом адиссая Муслима, и говорит, Мне Аллах запретил просить прощения для моей матери, что чувство пророка меньше было, чем у нас к его родителям? Нет. Но мы должны слушаться Аллаха и повиноваться Аллаху и, Аллаху и его посланнику. Если Аллах сказал и посланник сказал нам, уже деваться некуда. Никак, не Муфти говорит, если хлопонин сказал, куда нам деваться нет, если Аллах сказал и посланник сказал, нам деваться некуда. Мы не сомневаемся, мы тоже хотели бы, что были бы. Родители Пророка алейхи вместе с ним в раю, и этим бы обрадовался бы каждый верующий человек. Но мы должны быть всегда вместе с деяниями и словами Пророка Аллаху, как сам посланник сказал, и не будем углубляться этим, За то, что мы любим Пророка салли Аллаху, салли Аллаху, не будем углубляться и постоянно упрекать этим. Пророк сказал, мы тоже говорим, этим останавливаемся. Хотя есть некоторые ученые, поздние ученые, которые пришли, и говорят, что его родители, судный день Аллах испытывают их, потому что они являются люди Ахлю Фатра, люди перемежутка, которые между пророком были, и они спасутся. Другие сказали, что Аллах Субхану Тааля, Аллах их оживил, и они уверовали в Аллах, и потом заново умерли. Их доказательство, то, что они, они приводят, этот хадис, очень слабый хадис, хотя многие сказали даже, это наговор на пророка, это не было такого. Значит, у нас три слова ученых здесь. Первый, явный хадис, который сказал пророк, это и придерживается абсолютное большинство наших ученых, наших предков, этим придерживаются. Даже многие ученые ханафийского мазхаба передают ижма. Единогласное мнение ученых было, что они, как сказано в этом хадисе, мой и твой отец Аду. Второе слово ученых, что Аллах Субхану Аллах, их будет испытывать в судный день, и они спасутся. Третий, الله سبحانه وتعالى يختبث يتكاك ispit ويت اهل فتره لديه برمجوتك الصديدين نو اني لن потому что пророк сказал он ادو من мнение ученых что الله سبحانه وتعالى احжил و الله عليه الله هذه العلامه المبارك فورس ويمكنني مرعات المفاتيح شرح مشكات المصابيح

كابن شاهين والخطيب البغدادي ابن عساكر السهيلي والمحب الطبري وابن سيد الناس داج امام السيوطي الذي كتب كتاب شاء الله سبحانه وتعالى خاجيو اون غواريت ات حديث ضعيف هو غاد ات حديث نيغا اون اسلامي حديث ا آه. تروي سلو اون غواريت سامت ات مبارك فوري توشتا غواريت شتو سودني دن يخسبيتويت اي تام الله سبحانه وتعالى اخ عجويل, испытает, и они уверуют Аллаха, это тоже говорит слова без доказательства. Нету на это доказательства от пророка, саллиллаху алейхи вассалам. И привел он слова науи, которые я привел выше, что Аллах, они являются из обитателей ада. И Мубарак Фур переводит слова мулла али кари он ученый ханафитского мазхаба, его слова приводит, аль-джумхур, абсолютное большинство ученых, что оба родители пророка, саллиллаху алейхи вассалам, оба они умерли кафирами, неверными, неверующими. Самый достойный хадис, который про них пришел, это хадис пророка, саллиллаху алейхи вассалам, который сказал, мой и твой отец в аду. Но, он говорит, но того ибн Хаджара, он имеет в виду, аль-хайтами, не аскалани, ибн Хаджара аль-хайтами, и что Аллах Субханаху их оживил, пока они не уверились, потом умерли, этот хадис является достоверным, сказаны его слова. Хайтами сказал, это хадис достоверный. И имам Лукуртуби и Хафид ибн Насруддин говорят, его достоверным посчитал. Так говорит Хайтами. Даже если были бы говорит, эти это слово правильными, то, что Хайтами сказал, они говорит, не доходят до уровня хадис, который есть с это более достоверный. С этим, говорят, ученые посчитали это хадис слабыми. И сверх этого уже человека, даже хадис, даже у человека, если рух, когда доходит до горла, если не принимает тоба, после смерти оживит, как может Аллах принимать Тауба, говорит. Мулла аль не принимается. Это Хадис, говорит, Мубарак Фури, явные доказательства, что она опровергает тех слова, которые говорят, они являются ахлю-фатра, они являются люди, которые жили, и для них наказания нет. Это тоже опровергает это Хадис. Знай, это масса, -э -э, много споров среди ученых, из них есть, которые говорят, они...

который привел, что это хадис, достоверный хадис, который говорит, что пророк, ﷺ оживил э родителей пророка, слова Ибн Хаджар Хайтами, это говорит, неправильные слова. Ай, его слова неправильные. Аллах Аллама Мухаммад Адам Афьюби. То, что он говорит, говорит, имам Аль-Курт, тебе это хадис достоверный посчитал, и Ибн Асурдин, что достоверный, тоже говорит, неправильные слова. В основном, это хадис, никто не посчитал достоверным из ученых, которые являются учеными хадиса. Большие ученые это хадис или считали слишком слабым, или считали его наговором на пророка, саллиллаху алейхи вассалам. И нам хватает то, что хватило пророка, саллиллаху алейхи васалам, сказать мой и твой отец в аду, и этом остановиться, не углубляться. Да, мы все мусульмане хотим, были бы они в раю вместе с пророком, саллиллаху Ну, такой предопределение Аллаха субханаху ватала. Что интересно, наши предки, это Хадис передавали и молчали, и там не углублялись, как они могут быть аду, как нет, говорили, передавали и этим же, останавливались. И мы тоже должны этим остановиться, в то, что, том, что остановились наши предки, ученые, повинуясь хадисам пророка саллиллаху алейхи вассалам. Еще указывает те времена, в которые жили люди. أهل الفترة في جاهلية شتو أني بود نكازن ادو حديث عائشة كتوري بريد الإمام مسلم أن عائشة قالت قلت يا رسول الله أو بسطانيك الله سكزالة عائشة ابن جدعان ابن جدعان عبد الله بن جدعان هو ابن جدعان أنه في الجاهلية بل أنه في رسطة نسياج ويطعم المسكين أنه بدنيخ كرميل فهل ذاك نافعه يمو ايتا بموجه سود ندين سود ندين شطو تبموجه قال صلى الله عليه وسلم بستانيك الله اتفيت قال لا ينفع يمو ايتا نبموجه سود ندين إنه لم يقل يوما أني كدا نسكزال ربي غفر دي يوم الدين و الله برستي ما يأشيوك ما يغريخي سود ندين و ما يسود والله سبحانه وتعالى هم щедрым в джахилизме. Джахили был, он очень щедрым был. У него говорит, была такая кастрюля, как имаму навык рассказывают, ученые сказали, говорят, такая кастрюля была большая, туда подняться надо было ставить лестницу. Готовил в таком большом кастрюле для гостей, для бедных еду и раздавал. Такой был этот Ибн Джад'ан. Даже ему это не поможет, за то, что он не уверовал Аллаха Субханаху Вата'аля. Гаду

больше наказаны, чем другие. Некоторые неверующие больше наказаны за то, что у них была углубленность в своем куфре. Смотря на их деяния, эти слова передает от Яда, Ияда, имам подтверждая и Ибн Хаджар Аль-Асқалани. За это, братья мусульмане, не тот герой, тот, кто гордится своими родителями, Мои родители были такие, Герой тот гордится своим деянием. Что ты сделал в исламе? Что ты сделал для мусульман? Чем ты помог им? Это им гордись, это тебе поможет. За то, что даже твой родственник является какой-то праведный человек, это тебе не поможет. Как не помогло родителям пророка, саллиллаху алейкум За это, братья мусульмане, старайтесь быть мусульманами, شتوب الله سبحانه وتعالى أجويل ناس ستيقامي شهيدامي وحسن أولئك رفيقا والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته